Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня я хочу вам показать, как можно при помощи ресурса ublisher.com создать ваш слайд презентации с эффектом перелистывания страниц. Это будет заметно выделять вас на фоне всех прочих интернет-предпринимателей. Делать это совсем не сложно. Я покажу, как. Для начала открываем программу PowerPoint. Программу я открыла. У меня уже есть готовая слайд-презентация. Я выбираю «Открыть». Для начала нам необходимо эту слайд-презентацию преобразовать в формат PDF. Для этого в верхнем меню выбираем «Foxit Reader PDF». Выбираю «Create PDF» и указываю путь, куда я хочу сохранить PDF-файл. Выбираю «Сохранить». Вот этот PDF-файл. И сейчас я его буду загружать на сервер uPublisher. Для того, чтобы изменить интерфейс на русский, я в поле нажимаю правой кнопкой мыши, выбираю «Перевести на русский». Я уже зарегистрирована на этом сервисе, поэтому просто выбираю «Авторизоваться». Если же вы первый раз будете заходить, выбираете «Создать бесплатный аккаунт», «Простейшая процедура регистрации с подтверждением на электронную почту». Разобраться несложно. Выбираю «Авторизоваться». Выбираю «Добавить новую публикацию». Загружаем PDF с компьютера. Выбираю «Выбрать файлы». И выбираю тот самый PDF-файл, который я только что сформировала в программе PowerPoint. Файл загружен. Теперь я даю имя этому файлу, даю описание, проставляю теги, выбираю «Сохранить». Пока будет идти обработка этого файла на сервисе publisher.com, мы подождем некоторое время. Если хотите, можете зайти в настройки и посмотреть, в каком направлении вам хотелось бы, чтобы открывались перелистывания листов. Слева направо, право налево. У меня будет слева направо. Изображение на заднем фоне, фоновый цвет. Я оставляю все без изменений. Вы можете при необходимости выбрать либо дерево, либо светло-серый, либо просто-напросто вот здесь выбрать цвет, который вам необходим, перемещая курсор. Я выбираю «Сохранить». Вот загрузка прошла. И что мы имеем? Вот мы имеем, допустим, ссылочку. Я ее скопировала и вставляю в браузер. Нажимаем на «Play». Дальше, дальше. И так далее. Я думаю, довольно презентабельная получается презентация. При необходимости вы можете сократить эту ссылку через любой из сервисов для сокращения ссылок. Об этом я рассказывала уже в своих видео, как сокращать ссылки. Ну вот и все. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!